Чакш у нас сегодня в гостях. Доброе утро еще раз. Вы не одна. Доброе утро. Это ваша подруга? Или все-таки вы взяли с какой-то локации или коллега? Это моя подруга, она живет, она в квесте. Живет в квесте. Расскажите нашим зрителям, ну, может быть, кто-то не знает или просто забыл, что из себя представляет квест. Это то место, куда приходят гости для того, чтобы... Стилизованная комната, полностью напичканная электроникой, ну, по крайней мере, у меня. Где нужно, ну, найти выход, разгадать загадки, сделать все, чтобы открылась следующая дверь. Плюс это все очень атмосферно, все задекорировано, все прям как в фильме. Ну, у меня как в фильме ужасов. А если аниматоры настоящие персонажи, так скажем? По желанию людей там есть аниматоры. Если люди не хотят сильно пугаться, аниматоров нет, им хватит и вот таких вот персонажей. А вот эта кукла, она какую роль играет вообще? Это можно рассказать? Или это по мотивам фильма «Проклятие Аннабель». Там в фильме практически такая же кукла. Ну, как «Проклятая кукла». Вообще фильм основан на реальных событиях. То есть в реальности тоже есть кукла Аннабель. Я смотрю, вы к празднику подготовились, да? У вас маникюр специфический, да? Да. В общем, квесты. Бывают же они не только страшные, бывают же и логические, правда же, да? Да, бывают логические, бывают вообще не страшные. Там даже где не темно, никто не пугает. И квесты за не обязательно с актерами. Ну хорошо, бывают ли какие-то случаи курьезные, потому что оператор, администратор, как правильно назвать, да, следишь за процессом, да, с помощью камер, как ведет себя та или иная группа участников, чего-нибудь есть на памяти? Есть, конечно, есть. Поделитесь. Ну, если об этом из можно рассказывать. Случаев описания, может, я просто... в обморок упал. Смешно? Ну, не совсем смешно, но такие случаи тоже были. Просто думала, покажет видео. А давайте попросим, если у нас есть такая возможность, какой-нибудь фрагмент. Товарищ режиссер. Ну, если возможности нет, была история, привели двух сестер, у них был день рождения, тетя с дядей решили их поздравить, я актерам говорю, давай пугай сильнее, давай, и мне актер, да хватит, там девочка уже в обморок упала. Серьезно упала? Да, да, серьезно упала в обморок, по камерам просто было незаметно, ее вывели ко мне, ну, в операторскую, туда, где уже никто не пугает, и вот такой вот сюрприз на день рождения. А знаете, есть такие люди, которые вот упали в обморок, такие все, а все равно хорошо, давайте еще раз, вот напугали, так напугали. Так ведут себя люди, которые заплакали в квесте, кричали, истерили, все, потом вот здорово, классно, хочу еще. Да, да, как вот таких много. Привыкли все-таки вспомнить эти эмоции не лишнего. А кто делал такую куклу? Ее делала я. Прям да. Самостоятельно? Да. То есть вы смотрели, ну, фильм? Здесь, пауза. Да. Так, все, делаем. Зарисовка какая-то была или по фотографиям? Ну, мне понравился фильм. По фильму решила сделать квест. В фильме была кукла. Но здесь вообще в основу пошла обычная кукла из детского магазина. Да, ну, сверху ей я переделала личико. Сшили платьишко и все. Да. Ну и все теперь помогает зарабатывать вам. Ну и хорошо, побольше вам участников и желающих, которые хотят, как вот принято говорить, пощекотать себе нервишки.